Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, сегодня воскресенье, завтра понедельник. Будет у нас откат, будет буст. Поэтому сегодня наша цель — пройти до Лиги Мастеров 3 звезды, ну, чтобы завтра забрать уже фуловую награду. И для этого нам надо посмотреть, где мы находимся. Так, турнирная арена, Лига Мастеров 2 звезды. То есть, ладно, сейчас посмотрим. Не будем ничего пока предугадывать. Пойдем своими силами. Пока месь. Раз, два, три. Слушай, зачем я взял мощного такого? Армагон сам по себе не слабый. Я к нему в придачу просто возьму, ну вот, Рафаэля. Я думаю, что Армагон и Рафаэль справятся. А маузеры нам пригодятся для какой-нибудь другой команды. Они сами по себе хороши, поэтому два мощных брать как бы не стоит. Вот. И Армагону просто сейчас надо будет добить. Нормально. Отлично. Все получилось, как я и хотел. И сейчас посмотрим, куда мы там переместимся с тобой. Переместимся мы на 90-ю позицию. Блин, у меня 60 катов всего лишь. 6. Как мы будем тут с 6 откатами драться? Я ума не приложу. А надо. Надо как-то пробиваться. Это получается здесь где-то 9 поединков нам надо будет сделать. И плюс еще там не меньше 10. Да, жирновато получается как-то. Это опять же при условии, что мы будем каждый поединок пробегать именно 10 ступенек. А если меньше? Вот смотри, 90-е, сейчас должно быть 80-е. Но не меньше. Ага, ага, 84-е, ты понял? Вот она, пакость начинается от них, короче. Ну все, таким темпом, я тебе скажу, нас ничего тут хорошего не ждет. Они не дали мне 10 ступенек, они мне перекинули просто 6 ступенек, и все. Вот начинается. Такими, конечно, темпами мне не хватит ни откатов, ни персонажей, ничего. 6 откатов, ну сколько я смогу? 3 персонажей всего лишь взять. 3. Ну, я имею в виду 3 поединка по 2 персонажа. И все на этом. Но даже если мы сделаем с собой ежедневки, я там выиграю сколько? Ну, по-моему, 5 или 4 отката. Еще плюс 2 поединка. Нет, так дело не идет. Так дело не пойдет. Так, Рафаэль, Донни и Майки. Раз, два, три. Нафиг мне 3, когда надо было 2. Блин, надо перед работой кимарнуть хоть немножко-то. Ёк-макарёк, ребята. 4-й час, скоро валить надо. А я тут дрынкаю сижу. Да потому что завтра я уже не успею, ребят. Завтра понедельник, я приду, рухну спать. И я не успею подтянуть своих бойцов до Лиги Мастеров 3 звезды. Понятное дело. Поэтому вот как бы сегодня последний шанс. Так, влупляем. Ну что ты делаешь, а? Хорошо у нас лежит уклонение, да? На бойцах. Задевает, конечно, но не так, как мог бы задеть. Это терпимо. Давай, Майки, по шеям. Ну куда ты прыгаешь? Ну куда ты лезешь-то, а? На! Ага, это бесполезно. Я хотел, думал, понизить им атаку. А смысл, если у них иммунка висит? Воу. Тимати, ты меня порадовал. Взял пробивным, все-таки ушатал. Красавчик. А тут надо было бомбочку бросить, да и все. Ладно, шут с ними. Так, выиграли мы эту битву с горем пополам. Какой там? Надеюсь, 60-е, да? 61-е. И... Нет, давай 17-24 вряд ли, конечно, дадут. Так, Бакстер Стокман. Стекман, кто-то мне там... Стекман, понял, нет, не понял. Как тут написано, так и буду говорить. Бакстер Стокман. А ты можешь там Стекман, хоть Стетхэм, ё-моё, говорить. Мне все равно. Поехали.
Так. И волна. Ну, Сплинтер, ну куда ты дергаешься-то, а? Ты одной ногой уже там, куда тебе и надо идти. Так, была 61-я, я думаю, сейчас будет 50-я или 52-я. 51-я, окей. Тут майки. Да-да, тот самый противный Микеланджело, поэтому через откаты. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, на самом деле три, а я уже как в это в спешке. Так, надо мне пока попробовать будильник завести. Так, давай, маузеры, бомбим. Бомбим, почем зря. Ну вот, вот, ребята. Отхилял он команду. Ну-ка, если вот так вот. Нормально, не... Ай, не помогло. Не помогло этим сосункам ничегошеньки. Даже этот отхил. Но это, ребята, это хорошо, что он отхил поставил. Он же мог бы и уклонение влепить. Тогда совсем другая песня была бы. Все же прекрасно это понимают и знают, что уклонение здесь очень мощное. Так, Армагон пойдет у меня с Кожеголовым. Раз, два, три. Против Кирюшки. Против Кирилла мы деремся. А ну-ка. Шмяк. И... хлюп. Шмяк и хлюп. Замечательно, друзья. Просто шикардосик. Прописал, как говорится, им по первое число. 35-я позиция. 35-я позиция и смотрим. Смотрим. 17-20. Да не хочу я, блин. Не хочу я там, где Микеланджело, пускай там 17-24, но я не хочу, ребят. А другого варианта не дадут, да, мне сказали, все, хорош, типа, не хотел. Кукиш тебе с маслом, да идите вы тогда в пень. Сам справлюсь, да? Макман, ты как там? По инициативке-то? Дуба не дашь? Потому что Крент-то я уверен, что нормально сейчас звезда не идет. А вот на добивке Макмана что-то как-то сомнения у меня идут. Крент, сделай так, чтобы мне не надо было их добивать. Эх, надо. И вот начинается. Раз. Да ладно. Нормально. Макман, короче, второй. Он уступил только лишь Майке. Ну, в принципе, это нормально. Потому что Микеланджело, по-моему, по инициативе нормальный боец. И то, что он стал делать иммунку, с одной стороны, нам даже очень помогло. Так, берем, короче, с тобой маузеров. И берем Усаги. Почему? Потому что здесь карайка. Ее надо всегда, ребят, держать, как говорится, ближе к телу. Чтобы не рыпалась лишний раз. Свои эти кунайчики тут не разбрасывала. Ну-ка. Ой, красиво-то как. Красиво маузер сейчас поступил. Просто бумс. Оставил там одного какого-то проныру. Слушай, ну еще два поединка, и мы с тобой уже перейдем на Лигу Мастеров 3 звезды. Что, естественно, очень радует. А если я сделаю вот так? К примеру. Я знаю, что Майки здесь, по-моему, будет ходить первым. Хотя нет, Маузер будет ходить первым, а вот Майки уже, наверное, вторым пойдет. По инициативе. Да? Ну да. И он делает массовую атаку. Давай. Ну что, нам... Давай я лучше провокацию возьму. Хотя этот сейчас может влупить хил. Блин, он так и делает. Он влупляет хил. Рокзар, держись. Фух. Уклонение помогло нам. Так, минус Дони. Плюс кулек Вони. Ну давай так вот. С нахлыстом, так сказать, пробьем. По-моему, вот это колесо тоже не очень слабое. Да. Я бы даже сказал, не то, что не очень слабое, а оно очень даже сильное. Пускай даже поодиночной атаке бьет.
Силенушки ей хватает пробить. Даже такого свирепого носорога. Ну что, 9-я позиция-то всего лишь. Давай, последний откат у меня. Взял я на последние крохи Маузера. Раз, два, три. Ну, сам понимаешь, тут Маузер плюс Супер Шреддер. 79-х мы разнесем сейчас в пух и прах. А вот где мне брать откаты потом? Ну, где брать? Сейчас пройдем ежедневное задание. Там немножечко получим. Короче, будем сейчас по сусекам скрипсти, чтобы что-то намести. Возможно, даже придется 250 баксов тратить на то, чтобы получить 10 откатов. Такое тоже возможно. Так, в Лигу мастеров 3 звезды мы перебрались. Но нужно минимум, ребята, 50-е место. Так, поехали, короче, здесь. Пройдите серию испытаний. Серию испытаний быстренько пробежим. Раз, два, три. Иди ты, 4, 5. Вот так вот сделаю я. Угу. Маузеры против маузеров, да? Нахлобучим? Так, добей его. И вторая волна. Ну-ка. Минус. Кого бы тут порвать-то, я даже не знаю. На, по щам надавали. Давай, наверное, вот этого попробуем смести. Вообще круто. Круто просто сносит. Так, вот этого до хрустящей корочки прогрызит, до своей сахарной кости. Есть. И этого проникающим. На. Нормально. Каждый по атаке. Один удар, один труп. Так скажем. Но забираем здесь. Так, и пошли, короче, теперь искать. Так, Рафаэль. Навыки. Во-первых, поднимаем уровень. Во-вторых, вот это мы докачиваем. Два геймпада надо найти еще. Угу. Тут нам так и выпал прям геймпад. Джойстики, да, выпадают, а геймпад вот один. Вот второй, два геймпада, ладно. И нам нужно еще 10 ящиков с инструментами. Да ладно, ящики вообще, ребята, всегда выпадали на изи. Че за фигня-то, эй. Да ладно, один ящик, ну второй, только второй нашли. Третий. Четвертый и пятый будет последним у нас. Все, пятый ящик мы нашли. Дальше остальное все будем искать уже в следующей серии. Здесь забираем все наши награды. Вот смотрите, 5 откатов. 5 откатов. Получается, давай тогда сразу же я, наверное, сбегаю и посмотрю еще рекламку. Так, ну что, забрал я абсолютно все свои откаты. И мы продолжаем. Так, берем Маузера плюс Леонардо. Раз, два, три. Хотел сказать опять 4, но никаких 4. Вжариваем. Угу. Бонзай, на тебе. И никто не упал. Ладно, Лео сейчас исправит эту ошибку. Молодец. Просто красавчик. Итак, у нас 88 место. Там два майки. Давай тогда, наверное, сделаем Маузера и Армагона возьмем. Раз, два, три. 88, потом 78, 68, 58. Ну, 5 поединков. Должно быть где-то так. О, вот здесь вообще великолепно было. Вдвоем всего остались. Можно даже было ракетами, в принципе, завалить. Ничего страшного. А этот крысиный король такой крутой, шапку такую с полями обтер. Типа,
Дилаш. Кунг Лао тоже мне. Так, давай сюда возьму маузеров и возьму, наверное, здесь Кренга. Раз, два, три. Просто хотелось бы, знаешь, такого персонажа, у которого очень быстро проходит анимация суперудара, чтобы, ну, быстро. Потому что мне дыхать уже пора. Уже полчетвертого, твою налево, блин. А мне, ребята, уже в пять надо выходить. Нормально? Так, я что-то не понял. А, Хан. Так, завалили. Завалили, забомбили. Ну, давай, что там у нас? 68-е. Давай вот это вот возьму, наверное, команду. Опять же, маузеры. И Крэнк. Раз, два, три. Ну, 79-й уровень у противника — это самый максимальный. Выше пока... Ну, не пока, выше никогда и не будет. Так. Танцы-шманцы, обниманцы. Давай, Крэнк. У Крэнка очень долгая анимация. Пока он там на кнопочке нажмет, пока его покажут, пока он лучом бомбанет. Да. Долго. Особенно, когда каждая секунда у тебя на счету, это все очень долго. Ну вот, друзья мои, и 58-я позиция. Маузеры плюс Леонардо. Раз, два, три. Маузеры плюс Леонардо. Первым ходят маузеры, вторые, я надеюсь, будут ходить Леонардо. Если не вражеский маузер, конечно же. И, кстати, вот этот удар, да, действительно намного сильнее, чем тот же самый луч. Майки ходит. Все-таки мелкие майки пройдоха ходят быстрее, да, чем, например, наш Леонардо. Хоть он и уровень 79, а у нас сотовый. Ну вот. Не знаю, так, 48-й, да? 49-й. Одну очку зажали. Зажали одну очку. Так, что у нас там? Себастьян. Себаса. Пилять. Нет, это рыбу так звать. Рыба есть такая, пилять. Есть такая рыба Себаса. Вот теперь соедини эти два слова. И посмотри, что получится. На. Так, теперь вертушечку. Замечательно. Ну, какое... Ну, топчики я не возьму сегодня, ребят. Наверное, топчики не возьму, но... И не скинут они нас. Как говорится, замучиться пыль глотать, скидывать меня с трона. И завтра у нас будет все как полагается. Еще раз повторяю, ребята, у нас... какой автобой-то? У нас завтра понедельник, получаем 75 платиновых осколков. И на следующей неделе, на следующем откате мы уже переводим персонажа в платиновый ранг. Поэтому, я не знаю, в любом, ребята, в любой другой игре, ну, комментарий к игре можешь написать, кого будем переводить, потому что ты знаешь, что черепашки-ниндзя у меня попадает под детский контент. И это не то, что я его ставлю, это YouTube ставит его под детский контент, запрещает мне там показывать все, и рекламу, и комментарии запрещает писать. В общем, пишите где-нибудь. Блин, у меня откаты кончились. И что я здесь сделаю? Пишите в каких-то там, я не знаю, ребят, в комментариях к другой игре будем голосовать, кого нам переводить в платиновый ранг. Слушай, по-моему, я это зря сделал. Сейчас все равно же, сейчас погибнем. Все погибнут. Ну, я имею в виду, у меня все погибнут. Сейчас, смотри, сделает этот удар. Бамс! Я тебе об этом говорил. Единственное, что если лучом только успеть их пробить. Ой, смешно. Одни маузеры выжили. Да. Ну, короче, ребят, мы перешли
как говорится, больше, чем 50-й ранг. У нас 30-й, как ты видишь. 30-й неизменимый. И на этом я буду сегодня закругляться. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.